Ребята из Китайской Народной Республики приветствуют участников международного турнира «Кожаный мяч» среди юношей 12-13 лет. Они заняли 5-е место. С российскими сверстниками из Анапы, Оренбургской, Псковской и Иркутской областей также сыграли юные футболисты из Белоруссии и Молдовы, а также Южной Осетии. Зарубежных гостей особо отметили в приветствии от имени Российского футбольного союза. В Российской Федерации данный турнир является одним из приоритетных направлений развития массовой физической культуры. И те команды, которые от Российской Федерации принимают здесь участие, они являются лучшими на сегодняшний день в этом году. От имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева хочу поприветствовать еще раз вас и пожелать вам удачной игры, это финалистам, и не расстраиваться тем, кто занял более низкие места, нежели первые, вторые, третьи. Потому что на самом деле футбол объединяет и не имеет значения то, какие мы места занимаем. Главное – участие. Это главный девиз спорта и физической культуры. Соревнования проходили в течение 7 дней. Сначала был групповой этап, затем финальная часть. Анапчане принимали участие на правах хозяев, заняли первое место в группе, дошли до финала, где уступили сверстникам из Оренбурга. В городе-курорте футболом занимаются в 4 спортивных школах. Уже сегодня здесь регулярно проходят всероссийские соревнования. Вместе с тем в Анапе будут проводить тренировки участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. В ближайшее время начнется реконструкция 2 площадок, которые после окончания первенства останутся в распоряжении жителей и гостей города.